сам. Ага, это уже сами. Моментом пока нет людей. Мне и сам председатель комиссии тоже голосование. Вот еще одна ситуация, что человека не оказалось в списках избирателя. И подходят к секретарю, да, с удостоверением. Омарова. Ага. Так. Сейчас уже звонят секретарю и просят данные, сколько проголосовало. Сейчас вот временную прописку человека. Вопрос решенный. Базу ЕГОВ пошли. Секретарь. Вот обратила внимание на то, что вся комиссия белый верх, темный низ, либо пиджаки еще вот, дамы и мужчины. Члены комиссии тоже сами голосуют. Вот сейчас с тем человеком, у которого временная прописка. Председатель комиссии пригласила написать заявление. Вот еще один человек оказался в списке. А вот вопрос решается. Сейчас она будет голосовать. Майоры 39/1. Адрес. Вот, голосует женщина, которую сразу не могли найти в базе, да? Председатель вопрос этот решил. Вот эта система подсчетов, которая используется в библиотечном деле, когда мы подсчитываем, ну, любое, все, что нам нужно было, вот, пожалуйста. Но очень удобно для подсчета проголосовавших. А на улице идет дождь. Люди заходят зонтами. И вот положить куда-либо личные вещи, конечно, не очень удобно. Вот предложила председатель. Сейчас я смотрю, председатель организует работу здесь очень так хорошо. Что Майры 39/1. Первый раз такой что-то адрес слышу я. В Тугисе сейчас закончу съемку. В Тугисе хочу посмотреть такой адрес. За все время, пока мы здесь находимся, это уже 46 минут. Пока я не видела ни одного, чтобы сложил бюллетень гармошкой. Вот еще один человек в списках, его нет. Угу. Списки адресов. Так все расположено. Посмотрите, как хорошо продумано. Вот секретарь здесь находится. И очень удобно сразу раз и посмотреть вот так списки. Ящики выездные. Хадша, секретарь. Thank you.
члены комиссии. Сведения от членов комиссии. Сейчас я когда снимала ролик, пока я проходила мимо членов комиссии, вот третий и четвертый между собой разговаривали о том, что он у нас снимает таким недовольным голосом. Угу. Вот теперь секретарь опять решила вопрос по поводу. Так, и в это же время еще один человек пришел. Поэтому уже вопрос, его нет в списках. Вот смотрите, сейчас была ситуация. Мужчина говорит, что на Каспе ему пришло сообщение. И потом его внимательнее посмотрели и нашли в списках. Вот смотрите, опять же я учет веду на стульчике, как в прошлый раз в 42-й школе. Да? То есть, согласно Женевской конвенции, нам должны наблюдателям предоставлять столы для работы. Но здесь этого нет. Это тоже уже можно использовать как для предъявления в суд о нарушении международных требований. Так, итак, вот женщина не проголосовала. Итак, время 8:00, у меня сработал будильник. Сейчас получается, один человек находится в кабинке, он уже пойдет учет на следующий час. Здесь у нас получилось сколько? 3, 4, 5, 6, 65 человек. 65. В прошлый раз, смотрите, у меня было 69 человек. Угу. Сейчас вот этот человек с 8 до 9 будет уже учитываться. Члены комиссии. Хадшо, секретарь. Сама тоже голосование. Субтитры сделал DimaTorzok.